Ты налог берешь? Да, налог. Я же говорил, что мордозавр больше наносит ДПС, чем нарис, да? Башка от тебя точно никому не. А, там у Делоруса маг был же. Давай, Кават. Я могу этому же ханту, он у нас вчера брал. Да я не про. Так вон у меня маг сидит в рейде уже. Про свой Т5 имею в виду. Да, паладиновский. Вот сейчас посмотрю. Он сядь плюсует, ему вроде надо. Да, сядь уже может ролить 7000. Ну вот, давай. Так, блин, не знаю, что ты будешь делать с этими 80 меткостями. Да у меня тут я вообще шмот замудрённый, ты видел? Я еще по-другому собрала комплект. Два комплекта на ЗД разных. И за вот... Ой, скорость не хватает. А можно по гидросу урон, чисто по боссу? Подкорректирую, пригодятся, может. Нет, так нет, все равно никто не ровно. Ага, Редвар, ты где там? Захлебнулся. А, Редвар. Такое ощущение, что Неликс просто посмотрел сперва урон по гиперсу, такой, ага, Редвар где-то там на пятом месте. А покажите урон по гиперсу, пожалуйста. Вот сейчас я тебе напишу, смотри, что мне Редвар написал. Я молдозар тебе дамажил. Финал его передамажил. Ну так он трэш бил, а я не бил трэш. Нет, я вас спрашиваю, это вопрос. Я играл по боссу. Просто АОЕ залетало в трэш. Но по боссу ты даже не топ-9. Плюс у паладинов тоже АОЕ есть. Не забывайте, что он стакает для вас раскол. Имейте уважение. Для меня ничего не стакает. Я про Ниликов. Метки там сразу расставляете, этот. Короче, ему босс не нужен, плюс по БРМу. Мне. Я бы на кухню отошла. Это, при всем уважении, а там можно тактику на ДД, я просто первый раз на ней. Ты милик или РДД? Милик. Бегай с коника. Дебаф повесится, а с рейда выйдешь. Дебаф повешается, с рейда выйдешь. Молдозар, тебе что надо? Последний кусок башка. Башка еще кому-нибудь надо? Спрашиваю, блин, ты 5 башка на воина, друида, приста, ДК надо кому еще? Да, надо. Кого приорвешь? Че, посмотрим. Милбрил. Сейчас спит, плюсаните, кому она нужна, и потом посмотрите, кого приорвешь. Вот ДКшки выше, чем у Молдоза. У ДК 11.33 приор, у Молдозара 5.4. Чё, у Войда ещё ниже что-то? А, у Войда... Про товаров не видно у вообще. У Войда 27.89. Выигрывает Войд.
Потом ДКшка, потом Магдазар третий. Войд в ДД спекнешься. Малдазар на замену. Еще кому-нибудь босс нужен? Ну нет, значит нет. Так, что там? Я тебе тут поставлю. Че, порт поставить в доллара? Здесь саппорт надо лучше пить, да? Меликом, да, точно. Портал поставили в Доларан. Нерик, слышь, после рейда пойдешь в парбака? Да. Я тебя не возьму, ты вагон. Ну знаешь, когда так, тебе ничего не упадет, ни полиролька, ни камня, вот будешь там лутовать эти субстанции и все. Господи, Редвард, что ты такое? Да я его длинную патрулю и все. У меня дизморали сразу. Даже я Малдазара так не троллю, если он сам мне пишет. Войд, распредели там по меткам. Короче, по меткам. Неонекс, Луна, Монрод Кот же, да? Да. Монрод Треугольник, Рокобой Ромбик, Редвар Кружок, Бонни Клайд, звездочка, Войд, звездочка, Коника, Луна. Так, этих пугов не распределять. Простя, звездочка, Анкил, кружок, Жунуэн, ромбик, Делорус, треугольник, Сядь, Луна, Чернотроль, звездочка, Неликс, кружок, Кирс, ромбик, резист, треугольник. Этого не распределять. Так, и 5 хилов, да? Хилы. Элбрил, кружок. Силобездный, ромбик. Торт, звездочка. Шамагол, луна. Матиола, треугольник. Алоек, Докс, Док, Гок. Алоэ, просто алоэ давай. Кидаешь оковы на высокого. Коват на гвардейца. Никого не забыл? Анкил я тебя называл? Да. Ну и ладно. Чек на пуль. Ой, это ты без башки что ли ходишь? Почему? Да, ну он вообще без башен, он же про товар умогает. Даю отчет. Где он у меня? Не вижу. Давай голосом даю. Раз, два, три. А лут поменяли? Наверное. Да, поменяли. Не волнуйся.
Монород, подойди к Белорусу, пожалуйста. Я правее тебя. Не спускайте, звезда, пожалуйста, у меня есть танк хилер. Я РПДшника. Самое главное, зеленого быстренько анонсить. Все. Не помогает соседний мид. Ромбик. Где? Где он? Ромбик. Ром. Два раза таки. Долорус. Вот сейчас это убедит. Дека, захильте. Ну, заберите. Убили-то, убили. Киньте Долоруса. Господи боже. Ромбик. Матео, Лариса или Эльдвара. Он под текстами. А где он? Лидл. Я его не вижу. Опять там же в роме зеленый. Понятно. Чё с гвардейцами? Почему убивает Анкила? Ничего, как не стоит. Он появился прямо во мне. В центре подальше стой. Дека, захильте. Ранник Петенко. Зеленый скор. Жена, у тебя магма, печеньки, если что. Зеленый. Пока не могу использовать эту способность. Убили? Дэл, подойди к Ромбу. Тебе жужжин скинуть хочет. Бегу. Хилгор надо. А чё у нас там с хилом? Жужжина похилить. Да, это плохо. Вот, далеко ушел. Печеньки зеленые. Печеньку все помогаем. Из лунной стороны. Помогает ДК. Вон сову кинь, жену Эна там или кого-нибудь. Кинул, пусть потом сову. Меня перекинут. Вон я стою, Долорус.
Давайте, последняя хуйня осталась. Два странника, три гвардейца, вы чё? РДД фулл ДПС по высоким, вы чё, блядь, дрочитесь или чё? Гвардейцы... У нас все зеленые в нашей метке появлялись. Так РДД по пяти меткам стоят. Повернулись, ну, по гвардейцам мы уехали. Давай, дезактивируй эту последнюю стойку. Большого убейте все. Сейчас прохилите, господи, долго прохила нет. Где он? Еще странник выходит. Звезда пропал. Блять, зачарованного убейте, к боссу подходит. Мы закапываемся в водах. В водах. Ну, не у нас есть БР или что-нибудь? Вон зеленый звездо. Зеленая звезда. Также наверху кому-то киньте и Долорусу передадите. Куника, вернись. Бегу, бегу. А вы лемов будете бить, нет? Давайте. Еще один гвардеец появился. Идика. То господи боже. Трусах. Зеленый трусах. Все, сейчас закроем. Давай, давай, быстрее. Все, на пол вставалка есть? Долорусу, давай. Гвардейцев сливайте в крайне. Исчез. Труп исчез. Исчез, не взяли опять? Труп исчез уже. А, на один крайне. Это не взяли, значит. Лемов тоже бейте. Сейчас дойдут и будут. Залупа какая-то, блядь. Луна зеленая. Бейте в луне зеленого. Рядом. Все туда свичнитесь в луну. Быстрее, мы закапываемся. Долорусу, быстрее. Еще один странник. Пока передают, вы мобов бейте, просите на хп. Забирай босса, высокого все. Накрыли. У кого сполклиф хороший, вон гвардейцев там залейте, если их много. Я потом заливаю. Потом бейте, миленькие, гвардейцы только со спины. Высокие. Маги, ханты, по скатам. Шамагол, ты тут? Кто-нибудь отойдите, босс, останьте. Вставалка есть. Сейчас стончу. Босса с центра вы видите? Он в корнях был. Все, РДД вверх повернулись, убили высоких этих летающих. Да, давайте. Так, жену я поднимай резиста. Сразу ему баф. ДК, не подходи, будет отходить все время. На расстоянии ЛПшки кидай. Жунлен. А, у него поднял, резист стал, баф помогу. Дайте кинь на ману, пожалуйста. Дают на ману. Тотему там, чё ещё. Скатов сразу переключились, и вон два летают. Убили скатов.
миликов проход и выйти. Что если лужа появится именно в корнях. Сейчас пожили. СС у кого есть? На мотиву дай. ДК, станки и все то же самое. Что говоришь? Ну, отойдите чуть подальше. Станки и агро набивай на нем, потому что я не могу. Будешь подходить, будет отходить. Чуть набью. Лужу там. Давай. Что там, когда гер будет? 16 лямах. Ники, вышли. Вышли, вышли, ШВ прожимай. Захил бы не Клайда. У нас престол до хрена могут все гимны дать. Я давал, как перевели. Сила бездна, я убил. Великий. Давайте Геру, фулл ДПС. Это уже Гера. Лям у босса остался, не двигайте. Вы потные сегодня, конечно. Потняк. О, суарчик. Да. Это которая с когтем. Так, я отойду. Блять, я бы о боссе говорить, когда я нахуй два раза на нем сдох без балла. Тихо, что выебываться там, блять. Тут достижение такое. Два раза сдох. Молодец, Редвар, молодец. Я бы не удивился с вами, если третий раз сдох. Редвар, ты потише так говори, а то сейчас Леха ДПС-очку получишь. Вы понимаете, у вас пук на третьем месте по ДПСу по трэ. Вон Эликсир.
Трение упало. Ой, себе все. Я вам больше скажу. У вас танк на втором месте по гвардейцам. Я их там один добил. Почти, да. Ну, человек-то они поставили, вот и все. Я один не бил. Понимаешь, я бы бил гвардейцев тоже, но я только бью странника, он заливается, но вы выходите. По странникам покажите. По странникам чуть-чуть. Я линканул. То есть я на четвертом месте по гвардейцам, при том, что я их почти не бил. Да, что-то тяжело было, да? Тяжко, но... Да, блин, вообще бред.